Впереди 9 мая, а значит, самое время приводить в порядок мемориалы Великой Отечественной войны. Депутат Мособлдумы Александр Легков вместе с депутатом Совета Сергиево-Посадского округа Константином Негурицей и сотрудниками МБУ благоустройства Сергиев-Посад осмотрели памятник в деревне Наугольное. На стеле имена героев уроженцев Наугольного. Памятник установили 7 лет назад и каждый год после зимы приводят в порядок. Уже начали штукатурить постамент. Две коррозии тоже будут зачищены, закрасить. Подбирафедим, косметический ремонт, да. Также подкрасят бордюры и посадят цветы. В лесхозе местные жители обеспокоены потеками, которые появились на каменной облицовке стелы. У нас никогда не было этого. Ну, с камнем вот, ничего не сделать. Я говорю, серьезно, этот камень мне. В любом случае, стелу помоют и почистят разными растворами. В деревне Зубачево памятник стоит с 1975 года. Вот здесь нам похуже состояние. Вообще, по идее, если что-то делать, то... С прошлого года осталась проблема с облезлой табличкой с именами героев. Это от венков. Венки прислоняли, да, привязывали, да. Ветром. Здесь она дырка. Шаркает. Здесь помимо вот этих досок, здесь очень много проблем связано с плитками. Плитку, конечно, нужно всю менять, потому что она уже точно не жила свое. И это нужно сделать в первую очередь. Вот. Ну, в общем, памятники стоят, все здорово, будут облагораживать их. У некоторых здесь, в этих деревнях, появляются свои идеи, чтобы повесить, поставить доски с фотографиями, с лицами героев, да, с фамилиями. Поэтому это тоже как вариант. Просто попросили прислать фотографии, попросили прислать план, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, от этого можно будет смотреть дальше. А так, конечно, мы будем еще дальше продолжать объезжать все памятники. К 9 мая все памятники Великой Отечественной войны в округе должны привести в порядок. На сегодня это более 40 памятных объектов. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».